Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» стартовал сегодня в Москве. Перед его участниками уже выступили заместитель руководителя администрации и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с лекцией на тему «Информационные войны», министр иностранных дел Сергей Лавров и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Форум продлится 3 дня на отдельных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и в Подмосковье. Выступит 200 известных спикеров, политиков, спортсменов, журналистов, деятелей культуры. Ожидается, что посетят мероприятие более 12 тысяч школьников и студентов. Присоединиться к масштабному марафону сможет любой желающий. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте Российского общества «Знания», а также в социальных сетях ВКонтакте и Рутюб-сообщества. Для кубанских IT-компаний снизят налоговую ставку на доход по упрощенке с 6% до 1%. Меры региональной поддержки сфер высоких технологий губернатор обсудил сегодня на встрече с представителями IT-сообщества. Вениамин Кондратьев отметил, от того, насколько быстро и качественно будет расти эта сфера, зависит развитие Кубани во всех экономических отраслях. Обеспечить информационную безопасность страны или упростить повседневный быт людей. Сегодня IT-компании на Кубани работают на благо всех сфер экономики и социальной жизни. Однако именно отрасль высоких технологий сегодня остро ощущает на себе влияние санкций. Как помочь бизнесу справиться с трудностями, а главное извлечь выгоду из ситуации, сегодня обсудил губернатор с представителями IT-сообщества. Вениамин Кондратьев рассказал, что краевые власти готовят ряд мер поддержки для предпринимателей. Глава Кубани уверен, сейчас самое время действовать, чтобы работать на импортозамещение. И регион окажет содействие на этом пути. Сегодня есть возможность у наших IT-компаний зайти на рынок, который оставили иностранные IT-компании. Нам главное не растеряться. Потому что что сегодня происходит? Они перестали нам поставлять оборудование. Факт. Они перестали осуществлять техническую поддержку своих программных продуктов. И тем самым надеются, что мы сейчас войдем в состояние турбулентности, и все посыпется. Вот, во-первых, ничего не посыпется, и ни в какую турбулентность они нас этим не ведут. А вот то, что мы займем рынок, который они оставили, это 100%. 100%. Еще раз подчеркиваю, нам важно сегодня занять рынок своими инновациями, своими продуктами, программным обеспечением, ну и оборудованием, конечно. И мы это сможем сделать. Наша задача эти возможности обеспечить с точки зрения мер и преференций финансового характера, и нефинансового характера, как мы сегодня говорили с коллегами, это обеспечение участия в выставках, общение с инвесторов, которых много сегодня строят, и предприятия на территории края, и гостиничные комплексы. Везде есть IT-решения. Так, для IT-организации снизят налоговую ставку на доход по упрощенке с 6% до 1%. Это затронет более 200 организаций в крае. Всего же в сфере информационных технологий действует порядка 1200 компаний. Бизнесмены благодарны за своевременно принятые меры поддержки. Те сегодня льготы, о которых мы говорим для IT-бизнеса, это хорошо, это здорово. Государство здесь на федеральном уровне хорошее решение приняли. Министерство цифрового развитие где-то в декабре месяце запустило программу поддержки малого и среднего бизнеса в части ПО. И 50% финансируется за счет государства при покупке программных продуктов. Замечательная мера. Для мотивации бизнеса в Краснодарском крае увеличат размер инвестиционного налогового вычета с 50 до 70%. Эти средства можно направить на модернизацию и создание рабочих мест. Кроме того, улучшить качество работы IT-предприятий поможет строительство первого на Кубани IT-парка. Его открытие позволит трудоустроить 500 специалистов. Созданием площадки в Краснодаре занимается местный инвестор, учредитель научно-производственного предприятия. На встрече он докладывает, все идет в срок. Закончить работы планируют в 2025 году. В прошлом году было принято решение и подписано соглашение на питерском форуме с администрацией края по строительству IT-парка. В принципе, ничего не изменилось в досанкционный период и сейчас. То есть как строили, так и строим. Ну, как и планировали в IT-парке собрать максимум айтишников, единомышленников, которые будут, помимо того, что что-то изобретать, и сразу разрабатывать технологии, и здесь же можно будет произвести пилотные образцы и дальше их внедрять уже в массовое производство.
Сейчас над созданием инноваций в крае трудятся больше 15 тысяч специалистов. Для их поощрения действует федеральная льготная ипотека до 5% годовых. В крае за счет регионального бюджета ее хотят снизить до 2%. Привлекать новые кадры в профессию просто необходимо, считают бизнесмены, за молодыми гениями будущее отрасли. А сегодня технологический процесс просто неотделим от общего экономического развития региона, отмечает Вениамин Кондратьев. Сегодня мы говорим, что электроника. Электроника сегодня тоже может стать отраслью экономики нашего края, если мы максимально сегодня будем активны и создадим условия, чтобы электроника стала отраслью экономики, как и IT. Ну, потому что IT – это же инновации. Инновации во всех отраслях экономики. Конечно, важно, чтобы это сообщество айтишников, оно полюбило наш край. Оно максимально посчитало, что здесь им комфортно, удобно, что здесь делают все, чтобы они максимально раскрылись, потому что это тоже талант, это потенциал, и вот они раскрылись здесь, в нашем крае. Главная задача сейчас, добавляет губернатор, не только содействовать разработке новых технологий, чтобы не зависеть от импортных поставок, но и продавать свои информационные продукты со знаком «Сделано на Кубани» за рубеж. В Краснодаре обновят сети отопления. Ресурсоснабжающие предприятия реконструируют сразу два участка основной тепломагистрали, которую ведет АТЭЦ в центр города. Работы развернут на улицах Кубанской и Адыгейской набережной. Поставят трубы более крупного диаметра. До конца месяца завершат ремонт трубопроводов, которые снабжают теплом и горячей водой дома в Комсомольском и Юбилейном микрорайонах. Обновят оборудование в 14 котельных, поставят 17 котлов нового поколения. Для проведения всех необходимых работ в нескольких районах города уже отключили горячую воду. Но 29 мая реконструкцию завершат, а значит, вернуть весь спектр коммунальных благ горожанам тоже смогут. В Краснодаре более 120 предпринимателей провели к единому стилю вывески своих магазинов, кафе и прочих организаций. С момента принятия муниципального правового механизма фасады обновили на 50 объектах Красунского, 35 Прикубанского, 20 объектов Центрального и 16 Западного внутригородских округов, сообщается на сайте мэрии. Работа по замене вывесок, которые не соответствуют правилам благоустройства, ранее была усилена. Усилена по поручению главы города Андрея Алексеенко. Мы договаривались на первом этапе привести в визуальный порядок по одной магистральной улице в каждом округе, сделать их образцово-показательными. Результаты этой работы, как говорится, видны невооруженным глазом. Проектные решения реализовали больше 120 предпринимателей. В этой части темпы нужно наращивать, чтобы действительно привести в порядок облик нашего города. Городские власти в качестве пилотных проектов взяли три улицы – Зиповскую, Красную, Ставропольскую, на коммерческих зданиях которых меняются вывески. Как рассказали в департаменте архитектуры, сейчас разработано и выдано предпринимателям порядка 450 проектных решений, согласно которым необходимо обновлять фасады. Не теряя времени, чтобы соответствовать его стремительному бегу, передвигаться нужно на подходящем транспорте. Для врача автомобиль просто необходим, поэтому автопарк медицинских учреждений постоянно пополняется. Об этом наш следующий сюжет. Почти полутора сотнями новых автомобилей пополнились сегодня медицинские учреждения Кубани. Машины разъехались по 50 организациям здравоохранения 42 муниципалитетов. Автомобили задействуют в перевозке жителей в поликлиники и больницы, выездах врачей к пациентам на дом, доставке лекарств. В торжественной передаче машин участие приняли заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова и министр здравоохранения Евгений Филиппов. Обновлять материально-техническую базу мы должны буквально в каждом аспекте. Это касается не только обновления площадей, в которых мы сегодня принимаем пациентов, а у нас очень и очень много и поликлинических учреждений, и ФАПов, и офисов врачей общей практики. И мы задачу, в общем-то, и пока по ремонту решаем достаточно успешно. Но вместе с тем, конечно, одно из серьезных направлений – это именно автопарк. Он создает дополнительные возможности для врачей. Кадры остаются главным и приоритетным для нас направлением. И нам представляется, что
новая машина, это новые возможности, это новое время, которое появляется у нас в плане доезда до пациентов, возможности доставки его в лечебное учреждение, возможности довоза оперативного биоматериала, возможности доставки лекарств до пациентов. Это все дает нам дополнительные возможности. А они повлияют на скорость оказания медицинской помощи, а в итоге, возможно, на здоровье и даже жизнь пациента. И все это отечественные автомобили. Ну, как хорошая машина. Такая же, как у меня. Вот такое же ощущение, как в моей машине примерно. Ну, хорошая, крепкая. «Нива Тревел» и «Лада Гранта» – привычные и уже испытанные краевыми медицинскими учреждениями автомобили. Мы же с вами уже имеем какое-то представление о том, как они себя проявили, эти машины, потому что не первый год мы поставляем в наши лечебные учреждения. Все-таки как они себя ведут? Хорошие машины. Все 3-5 лет, кто пополучал, все отработали. Ремонт идет своими силами. У кого-то сервисы есть в больницах. 192 новых автомобиля российского производства получат медучреждения региона в этом году. А до 2025 года больницы и поликлиники Краснодарского края закупят 1134 машины. Оксана Яхимович, Виталий Молчанов, Дмитрий Кислицын, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». В следующий этап конкурса «Моя страна, моя Россия» прошли 14 жителей Краснодарского края. Об этом рассказали организаторы Всероссийского смотра молодых управленцев. Этот конкурс проводят, чтобы привлечь молодежь к участию в социально-экономическом развитии российских регионов. Свои проекты кубанцы предоставили в 17 тематических номинациях. Например, были предложения по улучшению железнодорожного транспорта. В итоге от Краснодарского края вышли в финал 8 конкурсантов от 18 до 35 лет, 3 подростка и 3 юных жителя региона. Последние стали лучшими в специальной номинации для детей до 13 лет – детские народные сказки. Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в первом этапе конкурса приняли участие 93 тысячи человек, и только 500 из них вышли в финал. Сейчас проходит защита проектов финалистов. Победителей наградят в июне во время Петербургского международного экономического форума. Новые коворкинг-центры появятся во всех муниципальных образованиях региона. Такую задачу поставил губернатор края Вениамин Кондратьев для поддержки малого и среднего бизнеса Кубани. Пространство, где может работать любой предприниматель на безвозмездной основе 3 года, должно быть оснащено последними цифровыми технологиями, офисной мебелью, доступом в интернет, местом для приема пищи и отдыха. Если еще будет и актовый зал, где можно будет проводить свои собственные мероприятия, может даже какие-то занятия по йоге, это тоже возможно. Бизнес точно так же, где работает, там и проводит мероприятия свои собственные, личные. Конечно, это все привлекает внимание, привлекает клиентов, привлекает новых предпринимателей. И вот такая вот, скажем так, связка, если действительно так качественно сделан коворкинг, то он, как говорится, никогда пустым не будет. И очередь всегда будет стоять, такие коворкинги. В пространстве могут работать как предприниматели и самозанятые, так и сотрудники малого и среднего бизнеса, к примеру, бухгалтеры. На сегодняшний день в регионе функционируют 12 коворкингов. Это более 500 рабочих мест, которые позволяют предпринимателям снизить финансовую нагрузку в виде арендной платы за офисные помещения. Работы по берегоукреплению реки Кубань в микрорайоне Юбилейном приостановлены из-за роста цен на строительные материалы. Стоимость проекта протяженностью в 4 километра на момент утверждения в 2018 году составляла 2 миллиарда 600 миллионов рублей. В связи с инфляцией на конец 2021 года сумма увеличилась больше, чем на 1 миллиард рублей и составила уже почти 4 миллиарда. Мы произведем пересчет цен в текущие. Обратимся в администрацию Краснодарского края за доведением недостающих денежных средств. После чего, в случае доведения таких средств, мы приступим к размещению муниципального заказа для заключения договора на строительно-монтажные работы. При доведении недостающих денежных средств работы по укреплению правого берега реки Кубань начнут незамедлительно.
В кубанской столице прошло краевое собрание, посвященное столетию пионерской организации. Ветераны всесоюзного движения встретились во Дворце творчества, который в 1936 году изначально был дворцом пионеров и школьников. На встречу пришли юноармейцы и ученики краснодарских школ. После выноса знамени перед гостями выступили детские музыкальные коллективы. Ребята исполнили всеми известную песню «Вместе весело шагать». А после ветеранов движения наградили памятными медалями «100 лет пионерии». Надеюсь, что современная молодежь переймет все лучшие традиции, которые были созданы вами. Я как человек госслужащий обещаю вам, что мы продолжим в лучших традициях ваши начинания. Спасибо вам, всех с праздником, 100 лет, это очень здорово. Пионерия была нашей школой, нашей жизнью, нашим коллективом. То, что так важно сейчас, потому что человек не может быть счастлив, если несчастлива страна, несчастливы рядом люди, соседи. И вот пионерия как раз давала нам прежде всего чувство коллективизма, чувство ответственности. Также в честь юбилея руководителям краевых домов культуры, секретарям крайкомов, директорам организаций, занимающихся воспитанием молодежи, вручили цветы и благодарственные письма. Два столетия назад на месте сквера по улице Шевченко шумел лес. Теперь же от него остался кусочек земли с несколькими деревьями. И до недавнего времени эта небольшая зеленая зона находилась не в лучшем состоянии. Что изменилось, покажет и расскажет Виталий Молчанов. Островок общественной и зеленой зоны среди частного сектора. В юго-восточной части Краснодара сквер Дубинский притягивает к себе взрослых и совсем маленьких. А на днях здесь оборудовали детскую площадку. И желающих отдохнуть стало еще больше. Идеально все сделали, молодцы. Мы очень рады, наконец-таки, что наши дети будут в районе здесь гулять. Они далеко-далеко ездят. Мы посещаем эту площадку долго, уже 6 лет. У нас 2 внука, поменьше и побольше. Замечательная площадка. И, знаете, хочу еще отметить, что вот наши пожелания, они как-то вот учитываются. Это очень приятно. А причастны к выполнению этих пожеланий депутаты городской думы Краснодара Владимир Вербицкий и Геннадий Уфимцев. В прошлом году ко мне обратились жители Дубинки с предложением отремонтировать, наконец, детскую площадку. Но большинство детского оборудования здесь уже пришло в негодность, и пришлось просто ставить новое оборудование. Почему это важно именно здесь? Дубинский сквер и эта площадка для очень многих кварталов района является единственной здесь общественной зоной, игровой площадкой. Если вы приедете вечером, увидите, как много ребят играет. Поэтому, конечно же, откликнулись. За счет наших депутатских фондов сделали эту площадку. Очень важно и очень хорошо, что получилось перед 1 июня. 1 июня у нас день защиты детей. Как видите, дети уже играют на площадке. Значит, все удалось. Мы еще планируем здесь благоустройство территории совместно с жителями провести. Если у детей свои развлечения, то есть они и у взрослых. По просьбе старшего поколения в сквере поставили тренажеры. В форме держать себя не поздно никогда. Пускай я еще не пенсионер, хотя уже дедушка, но турники и брусья люблю. Из Дубинского сквера Виталий Молчанов и Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». В Краснодаре отработали навыки культурной дипломатии. На международном форуме, который стартовал 11 мая, прошли мастер-классы и лекции для молодых людей. Подробности у нашего корреспондента. Международный молодежный форум «Культурная дипломатия России» подошел к концу. С 11 мая в южной столице 50 активных молодых людей, включая иностранных студентов российских вузов, участвовали в уникальном проекте по развитию межкультурных отношений. Данный форум поддержали Новороссийский городской общественный центр, Фонд поддержки публичной дипломатии, Управление культуры Майкопа, Администрация Краснодара и Министерство культуры Краснодарского края. Мы со стороны администрации оказывали поддержку информационную, также помощь оказывали в поиске экспертов. Для администрации это, конечно, является уникальная возможность не только объединить молодых людей, но и показать прелести, как минимум, города Краснодара. В программу форума были включены интерактивные мастер-классы, обсуждения, встречи с экспертами в области культуры, дипломатии и международных отношений, тематические вечера и даже однодневный выезд в Майкоп, где участники познакомились с традициями, достопримечательностями и историей Республики Адыгея. Они поделились с нами своими эмоциями.
В рамках первого дня у нас проходили мастер-классы по командной работе. Я познакомилась с огромным количеством людей из разных уголков нашей страны и зарубежья. Опыт взаимодействия с иностранными студентами, с активистами из других регионов, он очень важен. Я нахожусь в России уже 2 года, и за это время я успел узнать то, что Россия очень многонациональная страна. Вчера мы с коллегами подробно обсудили, в чем заключаются главные принципы, параметры так называемого культурного кода Российской Федерации, и пришли к выводу, то, что самыми основными критериями являются толерантность, терпение друг к другу и готовность узнавать культуры других стран, народов и в целом людей. Я считаю, что патриотизм тоже является частью культурного кода, так как наши военные победы и наш менталитет не отнять от нашей России. Молодые люди прокачали свои навыки межкультурной коммуникации и разработали социальные проекты. У нас работает команда большая, да. А у нас на Черном море в Темрюкском районе есть дипломатический лагерь DeepCamp. Да, и мы уже много лет работаем с молодежью и с детьми в направлении дипломатии, общественной дипломатии. Проект, который сегодня представляли наши коллеги, да, «Краснодарские известия», «Нас не отменить», наверное, очень хорошо демонстрирует быстрое такое мобильное поведение, когда под какие-то вызовы, которые, да, в сегодняшних реалиях появляются, само общество реагирует. Культура, которая есть в России, она, мне кажется, абсолютно многогранна. С одной стороны, культуры разные, но с другой стороны, какое-то общее единение, это однозначно чувствуется. И если посмотреть, как прошел, да, там, праздник 9 мая, мы отлично это видим. Организаторы планируют такие встречи сделать ежегодно. Сегодня, как никогда, важно защищать, отстаивать и чтить культуру нашей страны. Дарья Безинская, Валерия Маношкина, Ксения Лозовая, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». А сейчас очень трогательная история. Участница Великой Отечественной войны Платонова Евдокия Алексеевна перед своей смертью завещала необычный подарок краснодарскому музыканту. Что за презент и почему именно ему? Всю интригу раскрывать не стану, все узнаете из сюжета. Фронтовые бригады уже не первый год посещают ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году во дворе Платоновой Евдокии Алексеевны песни Победы исполняли под звуки баяна. Музыкальный инструмент с детства звучал в доме Евдокии Алексеевны. Знакомые ноты тронули до глубины души. Женщина твердо решила подарить музыканту, который ее поздравлял, свою гармонь. Но 9 октября 2021 года бабушка умерла, а родные исполнили заветное желание ветерана. Она решила, что хочет подарить этот баян именно Дмитрию, потому что он очень ей понравился, он очень напоминает ее двоюродного брата, который работает в Доме культуры. Вот. И, собственно говоря, так и родилась мысль о том, чтобы этот баян работал дальше. Бабушка была бы очень рада, что все-таки ее мечта сбылась. Семья Евдокии Алексеевны с нетерпением ждала главного майского праздника и встречи с уже знакомым музыкантом. Но поздравить ветеранов, проживающих по соседству, приехали другие артисты. Обратившись в управление культуры, подняв списки адресных поздравлений, удалось найти баяниста. Дмитрий Савельев работает в Доме культуры Западного округа и дает уроки в Школе народного искусства для одаренных детей имени Виктора Захарченко. Так инструмент обрел нового хозяина. Ну, а девушки потом. Мы его подшаманим тут, подчиним, да. Такой, ну, кнопочки поставим, и можно для обучения учеников использовать. Ученику могу дать ей попользоваться, но однозначно инструмент должен играть. Стряхнув пыль, работник культуры пообещал дать баяну новую жизнь. Инструмент с историей еще не раз порадует своим звучанием. Аделина Сиринович, Дмитрий Кислицын, телекомпания «Краснодар». Ну и немного о себе. Мы продолжаем рассказывать вам, на каких интернет-площадках нас можно найти. И, наверное, одна из самых известных – это российская социальная сеть «Одноклассники». Там мы публикуем всю последнюю информацию о краевой столице. Подробнее расскажет Аника Мелик.
12 тысяч человек, именно столько пользователей на нашей официальной страничке в Одноклассниках. В этой социальной сети собраны интересные сюжеты, материалы, проекты и другой не менее важный контент, который каждый день создает команда телеканала «Краснодар». Заходите и узнавайте все самые актуальные новости, а главное – достоверные. Наша интернет-редакция, прежде чем выдать информацию, проверяет ее и берет только из официальных источников. В левом углу экрана представлены гиперссылки на действующие аккаунты телеканала, а в верхнем правом оранжевая кнопка «Вступить». Нажимайте и присоединяйтесь, ведь в Одноклассниках можно смотреть и прямой эфир. Нужно купить и оставить в специальных тележках продукты. Их передадут беженцам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кстати, 9 мая мы провели телемарафон «Страна героев». Многие материалы есть на страничке в Одноклассниках. «Бессмертный полк», стихотворение военных лет, проекты о городах-героях, в которых побывали наши корреспонденты. Так что скорее вступайте в наше сообщество и становитесь частью большой команды. А вот и очередная подборка СМИ, где можно также найти актуальную информацию. Это «Россия. Кубань», «Кубань-24» и страница администрации города. Будьте в курсе того, что происходит в вашем городе, а мы вам в этом будем помогать. 42 километра 195 метров разделить пополам. Такую дистанцию полумарафон могут попытаться пробежать все желающие в воскресенье 22 мая. Забег.рф – главное российское соревнование подобного типа. Его организуют в 85 городах страны. В Краснодаре состязание стартует в 9 часов утра на главной городской площади. Присоединиться к забегу может любой желающий старше 6 лет. А преодолевать все расстояние совсем не обязательно. Для участников доступна дистанция на 1, 5, 10 или 21 километр. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте соревнования до 6 вечера субботы 21 мая. Синхронный старт полумарафона делает его одним из самых масштабных спортивных событий в стране. На Кубани легкой атлетикой и бегом занимается свыше 100 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч в спортивных школах. Многие с удовольствием примут участие в забеге. Краснодарский край является одним из регионов-лидеров по приверженности здоровому образу жизни. Кроме непосредственно турнира, гостей и жителей краевой столицы ждет развлекательная программа в виде зон активности. Фото и фан-зон, место отдыха и восстановления, массовые разминки. Ожидается, что в 2022 году на старт в стране выйдет около 150 тысяч человек. На финише каждый получит футболку с символикой и медаль. По итогам показателей участников полумарафона из разных городов организаторы выберут беговую столицу России. Почему бы ею не стать Краснодару? Движение – это жизнь. Все знают, что физическая активность укрепляет организм и улучшает качество жизни. И заниматься им нужно в любом возрасте. Герои нашего следующего сюжета не понаслышке знают об этом. Даже несмотря на то, что синоптики прогнозировали дождь, участников соревнований это не остановило. Более 70 человек пришли поучаствовать в них. Кто-то пришел за победой, а для кого-то важно участие и общение со своими сверстниками. И вот уже третий год подряд мы проводим соревнования по скандинавской ходьбе. У нас, скажем так, наши серебряные и волонтеры, просто участники, очень азартные люди, с удовольствием принимают участие. И в этом году у нас беспрецедентно много людей собралось. Количество участников превысило 70 человек, что стало новым рекордом этих соревнований. Кто-то принимал участие первый раз, а были и целые команды, которые приехали сюда сражаться. Большое количество пешеходов приехали из разных районов города, и все говорят, что главное – это общение, которое повышает уровень здоровья, а также всегда отличное настроение. У нас команда, наша группа называется «Сканди». Мы из губернского района. А знаете, как получится? И мы не огорчимся. Для нас главное – позитив. Соревнования проходили в двух дисциплинах – 800 метров и 2 километра. Получив номера и проведя общую разминку, все вышли на маршрут, где сначала стартовали участники на большую дистанцию, а после те, кто шел 800 метров. Эту дисциплину называют «тихоходка». Уверенным шагом участники стартовали. Отличное настроение и ни капли соперничества – вот что украшает этот вид спорта. Несмотря на начавшийся дождь, на финише всех встречали болельщики.
В конце соревнований прошло торжественное награждение победителей, и всем участникам вручили памятные подарки. Большое спасибо за поздравления. Во-первых, это только положительные эмоции. Для меня это просто разминка, потому что в день я хожу до 25-30 километров. Всем желаю удачи, не бросать заниматься скандинавской ходьбой ежедневно. Эти соревнования уже стали ежегодными. Каждый может принять в них участие. Все, что нужно – быть пенсионного возраста и иметь огромное желание. Артур Киш, Алексей Засепский, телекомпания «Краснодар». В столице Кубани создадут общественное движение «Здоровый движ». Об этом говорили именитые спортсмены на пресс-конференции. Среди них Мария Иванова, президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края. В свое время девушка участвовала в мировых соревнованиях и занимала разные призовые места. Также Алексей Иванов, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Артем Фролов, профессиональный боец смешанных единоборств и другие не менее известные спортсмены. Ответственность за реализацию проекта возьмет на себя общественный деятель Николай Лобачев. Прежде всего, это пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, молодежи в спорт путем создания инфраструктуры спортивной, спортивных площадок, общение с, очного общения со действующими спортсменами, с профессиональными, а также привлечение людей, которым не безразличны спорт и наше движение. Одно из главных направлений здорового движа – это создание комфортных условий для занятия спортом. И первый микрорайон, на который организаторы обратили внимание – музыкальный. Там, по их мнению, недостает объектов, где бы жители могли бы тренироваться и укреплять свое здоровье. Это все, что я и мои коллеги успели вам рассказать. Еще больше новостей смотрите в наших соцсетях и в мобильном приложении телеканал «Краснодар». А сейчас предлагаю вам посмотреть сериал, который снимали в нашем крае. «Степные дети. История о детдомовцах, которые никому не нужны». Им скоро 18, а впереди целая жизнь. По какой дороге они пойдут? Смотрите, сопереживайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.